А, вы местные, да? Во, вы родились или как бы, получается, на ПМЖ переехали? А, живете? Всю жизнь? Нет, 2 года. 2 года. А с какими трудностями вообще сталкивается человек, который приезжает на ПМЖ? Ребята, мы, короче, начинается такая маленькая обзорочка пляжа Бельгера, да, и если сравнивать с другими пляжами, то этот пляж более, мне, на мой взгляд, лучший, потому что здесь нет таких убогих волнорезов, которые, собственно, не везде. Провели такой небольшой соцопросик, да, людей, которые даже попадались и местные, и вот они предпочитают отдыхать в Светланах, кто-то предпочитает Хосту, там дикие пляжи. Добрый день, девчонки, скажите пару слов, как вам город Сочи? Они бесят отдыхающие, или как вы их называете, вздыхи, допустим? Ну, только если на пляже, когда хочется купаться, тогда... Ну да, потому что... А вот где предпочитают купаться вот местные? Вот, ну, кроме пляжа Ривьера, допустим, еще какие-то есть? А откуда сами переехали? Я с Саратова, тоже сливать. Ну а как вообще свое дело пытаться вот открыть здесь? Тяжело, да? Конечно, можно... Сейчас вот так вот погромче делать, чтобы это вас слышно было. В Сочи все хотят делать бабки, поэтому сложно, большая конкуренция. Может, многие прогорают. Многие прогорают. Вот такой вот пляжик у нас. Тут как бы песочек, ну, в перемешку с камушками. Пройдем здесь. Ну вот, ребятушки, мы уже на пляже практически. Осталось чуть-чуть, считанные метры спуститься по лесенке, и мы будем на месте. Здравствуй, море! Как давно мы тебя не видели! Вот оно, легендарный спуск к пляжу Ривьера. Барабулька на закате, рыбная таверна там у нас. Посмотрим, чем отличие этого пляжа от обычного гранд-отеля «Жемчужина». Тут есть также туалет, столовая вот здесь вот. Я как-то сидел. Разливной рай. Короче, столовая здесь прямо на побережье находится. Тоже так прикольно. И что мне здесь вот нравится, вот на пляже Ривьера, здесь нету волнорезов, которые вот на других пляжах, они все-таки как-то портят вид. Я считаю. А, ты фотку делаешь? Вот такой вот пляжик у нас. Тут как бы песочек, ну, в перемешку с камушками. Слушай, ну здесь народу гораздо больше, чем у нас. Так что, кто скажет, что мало народу, на самом деле не так уж и мало. Ну что, друзья, ну вот зашли мы на пляж Ривьера. Конечно, нам гораздо ближе был пляж отеля «Жемчужина», который находился от нас буквально в 7 минутах ходьбы. И там народу значительно меньше. Хотя, несмотря на то, что это не сезон, вот бархатный месяц, сентябрь, конец сентября. Пляж, кстати, «Жемчужины» тоже открытый, но для этого нужно приобрести пропуск на входе на ресепшене «Жемчужины» и ходить туда спокойно в течение всего отпуска. Как-то так. Как пошла на море? Делает заход, водичка вроде нормальная. А мы на пляже Ривьера, надеюсь, со звуком проблем не будет. Вот такие тут девчонки красивые.
сейчас поделится с нами первым впечатлением от этого пляжа, от, допустим, гранд-отеля «Жемчужина». И где мы еще были, ну, в других здесь, местах. Несмотря на то, что сейчас сентябрь, больше людей сравнительно пляж «Жемчужина». Вот. И как-то там побезопаснее, нам кажется, потому что там везде охрана стоит, только вход по пропускам для гостей отеля. А здесь уже... Ну, кстати, мы показали, как это делается, как можно попасть на пляж «Жемчужина» без, как говорится, даже если вы не являетесь клиентом этой гостиницы. Водичка хорошая, вообще я в восторге от сентября. Не ожидала, что в Краснодарском крае в сентябре будет такая вода. Не зря «Бархатный сезон» называют. Вот, ну, пляж этот нравится тем, что здесь нет волнорезов, но все равно есть техническая зона. Угу. Вот, которая груждена, это, видимо, для... Ну, там для бананов и для этих всяких разных развлечений. Может, всяких. Люди есть, но люди скажу, есть, а куда они денутся? Здесь больше людей. Ну, больше, да, но я не скажу, что прям вот, знаешь, как ну, может быть, придешь, люди имели в виду... На друге, наверное, скорее нет. всего, люди имели в виду то, что пляж Ривьера, здесь реально народу хватает. А там, где вот мы отдыхаем, да, там, ну как, там хватает, гораздо меньше. Я тебе говорю, я отдыхала вот в Адлере в каком-то 2010 году, там даже вот места не было, чтобы прийти и лечь. Там, если к 8 утра ты не пришел, то все. То есть настолько угу. было все забито, ну, вот, битком, на каждом отрезке пляжа. Угу. Вот. Я считаю, что когда много людей, как мы в Судак приехали, угу. а там лечь практически негде. Вот мы возле дорожки легли, это называется сезон. Угу. Да, на сезон-то закончим, все-таки сентябрь месяц, так что впереди ждет много всего интересного. Девчонки медитируют. Девчонки, скажите пару слов, пожалуйста, чем город нравится Сочи? Что ну, в городе Сочи нравится? Вы сами отсюда и местные? Откуда приехали? Питер. О, Питер рулит. Самые раскрепощенные девчонки из Питера, я слышал. Самые раскрепощенные. А чем вообще город нравится Сочи? Вот из Краснодарского края, допустим, Геленджик взять, Дивноморск, там еще какие-то места, где были? Не понравилось? Вы, то есть, в чем-то разочарованы? Да. А чем, например? Ну, вы снимаете, мы не хотим. Не хотите, да? А, ну ладно. Раз, два, три. Раз. Девушка, как вам город Сочи? Что нравится, что не нравится? Могли бы ответить на пару вопросов? Изменить что-то хотелось бы в лучшую сторону Сочи? Сочи? Да. Ну, вы здесь живете или как? Или вы приехали на отдых? Нет. Маш, я разговариваю. У меня мама здесь живет. Я сюда приезжаю раз в три. Ну, вот, тогда вы уже это знаете даже больше информации, значит, как-то да. какие-то минусы, наверное, недостатки города. Ну, то, что отдыхающих много, наверное, это все это, особенно местных, я думаю, так ну, подбешивает. Да, так, мне нравится очень. Чисто, красиво. А сами где живете? Москве. А, из Москвы, да, получается? Это чистый, красивый город, современный, мне все нравится. А из Краснодарского края какое больше нравится место? Здесь или Геленджик, допустим, может быть? Нет, только Сочи. В Крым, допустим. Я все смотрела, мне в Крыму Сочи ничего не нравится. Я вот тоже в субтропике, похожий климат чем-то. Да, да, мне зимой нравится в Сочи. Зимой, да? Ну, здесь климат такой, в щадящем режиме, как бы зима проходит, в принципе, как у нас, как, наверное, как у нас осень, примерно в Москве. Месяц зимой. Здорово. Вам здорово повезло, мама живет, если здесь, им надо тоже переселиться. Я иногда подумаю об этом, что переселяться надо в Сочи. Но что-то как-то дорого, пожалею здесь. Цены-то московские. Хорошего отдыха, спасибо. Прогулочка по воде. Шутка, волны разыгрались. Добрый день, девчонки. Скажите пару слов. Как вам город Сочи? Отличное место. О,
Хотел спросить, а что местные, какие проблемы у вас вообще, с чем сталкиваетесь? Ну, все у вас устраивает в жизни? А? Мало инфраструктуры для подростков, больше слишком для курортов. Да. Они бесят отдыхающие, или как вы их называете, бздыхи, допустим? Ну, только если на пляже, когда хочется самокупаться, тогда... Ну да, потому что, а вот где предпочитает купаться вот местные, вот, ну, кроме пляжа, Ривьеры, допустим, еще какие-то есть? Дикий пляж, Коста. Коста, да, лучше там? Ну там железная дорога рядом проходит, как-то ну, не айс. Там нет людей, там красиво. Красиво там, да? Mm-hmm. А вот еще вот Имеретинская бухта, допустим, там как? Нет, да нет. Да? Имеретинский курорт мне нравится. Да? Там слишком вот. Близко. Мне нравится. Мой стиль. А вы здесь родились или переехали? Нет, я переехала, она родилась. А откуда сами переехали? Я с Саратова. Вот с какими трудностями столкнулись при переезде? Ну, вот работа там. Ну, с тем, что акцент мой какой-то там находили у меня. А, что еще у меня? С работой проблем не было вообще? У меня была школа на тот момент, и учителя, и школьники, ну так, надо мной. Над моим акцентом в основном стебались. Да, то есть какой-то как бы там... Ну, как будто бы я москаль. Понятно. Москалей не любят нигде, да? Ну, да. Понятно. Так нормально, сейчас я уже слилась. Ну, а как вообще свое дело пытаться вот открыть здесь, в Сочи? Ну, я так и в Сочи. Сейчас да. В Сочи я не знаю, что-то Краснодар могу. Но тяжело вообще свое дело как-то раскрутить вообще? Ну, дают возможность для малого бизнеса. Тяжело, да? Конечно, можно. Сейчас вот так вот погромче делать, чтобы это вас слышно было. В Сочи все хотят делать бабки, поэтому сложно, большая конкуренция, многие прогорают. Многие прогорают за это. Да, да, да. Ну, конкуренция, согласен, да, она не дает развиваться. Онлайн можно. Онлайн, это вы имеете в интернете, да. Блогерской деятельностью заниматься? Где-то можно в Инстаграме, в принципе, сделать какой-то свой магазин, что-то там продавать. Да, да, да. Спасибо. Вы очень полезную информацию дали нашим зрителям, я думаю, это пригодится. Всего хорошего вечера, дня вам, как там, в общем-то. Хорошо, чтобы... спасибо. А где это, у вас канал какой-то? Да, «Следуй за нами, путешествуй с нами», канал называется, на Ютубе. Спасибо большое. Всего хорошего. Очень. Как вас зовут? Маша и Вели. Приятного отдыха. Давайте, пока. Собственно, я надеюсь, что там было слышно на микрофон, потому что волны реально забивают звук, и как бы получается не очень хороший звук, естественно, шум, вот это все очень сильно давит, а микрофона у меня нету, петличка или пушка хотя бы была бы. Вернее, она есть, но я ее с собой не взял, но у меня в коробке так новая и лежит сейчас в чемодане. Все невозможно предусмотреть, как-то так. Издалека приехали, если не секрет. А, вы местные, да? Во, вы родились или как бы, получается, на ПМЖ переехали? А, живете? Всю жизнь? Нет, 2 года. 2 года. А с какими трудностями вообще сталкивается человек, который приезжает на ПМЖ? Работа. Мало работы, да? Мало. То есть, вообще, как бы, да? Зарплата такая, хотелось бы больше. Да, 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 типа такое мини-интервью просто. У местных. Ну, тем более, вы как оказывается, почти местные, получается, как бы. У вас нету, да, сейчас работы? Или есть работа какая-то? Нет, нет. Ну вот еще хотел бы спросить, вот вы как бы уже местные, наверное, знаете, где лучше отдыхать на пляже? Какие самые порекомендуете туристам, вот где лучше отдохнуть? Ну кроме вот пляжа вот этого Ривьера, в принципе, он, наверное, один из самых лучших, наверное, в Сочи, да? По комфорту мне здесь нравится. Ну еще Сан-Ремо. Это где далеко? Это на Светлане. Как? На Светлане. Светлана – это туда. А, далеко, короче, за жемчужину, да, туда? Вот от жемчужины и в ту сторону, мне очень нравится. Я раньше тут жила. Там и бассейн есть, все дела, да? Все там. А, замечательно. Буду иметь в виду. А как вообще вот собственное дело открыть или квартиру купить? Здесь проблем нету. Есть деньги, все есть. Нет денег. Ну, квартиры дорогие, наверное, как в Москве, да, наверное, цены такие же. Если только где-нибудь за хаупу какую-нибудь купить, где-нибудь на окраине, может быть, старым там, старый жилой фонд там какой-нибудь убитый. Да. То еще можно там ляма за 3, наверное, найти. Ну, однокомнатную за 3 можно. Понятненько. Ладно, хорошего отдыха. Что? Не буду больше. Правда, у меня зима, это что? Да. Все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Хорошо, держи. Следуй за нами, путешествуй с нами. Все хорошего, девушка. Понятно. А откуда сами приехали, если не секрет? Из Москвы? Ну, конечно, Москва после этого субтропики здесь и все такое, растения, море вдохновляет на подвиги. А что бы хотелось, допустим, изменить в Сочи? Ну, вот сравнивая с другими курортами, может быть, где-то еще были? Ничего. То есть все абсолютно устраивает. А, ну, вопросик там по поводу цен, допустим, ничего не смущает? Ну, лежаки дорогие. Дорогие? А почем, кстати, лежак? До 100 рублей.
А мне на весь день пришли. Если на весь день, то нормально. А, 100 рублей за час? Да, не знаю. А, так рублей, наверное, 300. 300 стоит. За полгода. Все ясно. Поэтому Да, все стараются на постилках. Экономика должна быть экономной. А сколько вот номера вам обошлись, если не секрет? Вот. Что? Номера по сколько вам обошлись? По какой сумме? Ну, снимайте. Апартаменты. Апартаменты? Да. Дорогие апартаменты? Дорогие. Ну, 1005 в сутки, больше? Да. Прилично. Угу. Понятно, все хорошего отдыха вам. Здесь оборудован всеми вот этими кабинками, да, для переодевалки. Ну, естественно, пляж Сочи, душ есть. Так что все здесь нормуль. Народ расходится постепенно. И заканчивается наша такая маленькая обзорочка пляжа Ривьера, да. Может быть, один даже из лучших пляжей. На мой взгляд, лично, сугубо личное мнение. Здесь по-своему очень даже прикольно. Но народу на самом деле больше, чем мы отдыхаем в Гранд Отеле Жемчужина. Там, потому что по спецпропускам других людей посторонних не пускают. Вот и все, собственно говоря. Всем пока, до скорых встреч. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. И, в общем-то, ну, дизлайков, конечно, нежелательно, потому что хотя бы не по барабану. Погнали. Комментарии пишите. Комментарии, да.